Я уж здесь по отсесту, нет, ты зашел на бидос, сейчас будет море позитива, лайк поставь и подпишись, в ассессоне то, что в глубине души, я уж здесь по отсесту, нет, ты зашел на бидос, сейчас будет море позитива, лайк поставь и подпишись, в ассессоне то, что в глубине души, Доброе утро любителям лучшего растения на свете. Все-таки решил я соседям не отдавать эту растиху. Она уже принялась. Пересажу ее в 30-литровый вазон. Будет две одинаковые. Ну, посмотрим, вот как раз 30 литров плюс земля вот такая. Атами Киломикс. Это я в гроувшопе тут купил за углом. Просто от гроувбарату. Приходит либо на следующий день, либо через день. Уже не хочу ждать, пусть она развивается в этом 30-литровом вазоне. Посмотрим разницу. Ну, жалко, жалко. Тупо отдавать растишку, вы поняли. Сейчас понедельник, 29 июля, жара 35. Ну, это сейчас 11 с копейками утра. Вот так я сюда переставляю. Вначале они там стоят, растихи, потом... Я их перебазирую сюда, потом тень сюда уходит, а туда приходит, наоборот, потому что солнце вот так движется, да. Сюда потом ставлю, те с той стороны тоже переставляю. Каждый день, сегодня прям по вот такой баклажке воды им вылил всем. Без удобрях, два раза обычной водой, один раз удобряха. Да, они и так хорошо растут, земля самоудобренная. Да, но жарище писец, огурцы тоже... По ведру воды в каждый ящик, вот, ну, по пол ведра, не буду пиздеть, выливаю, но нормально собираю, правда, уже заканчиваются, а высаживать такую жару голяк, то есть, надо подождать чуть-чуть, как раз эта неделя самая жаркая, потом там 28-30 будет, типа, ну, уже можно более-менее высаживать, да, так что с утра раненько встаю, растаманы встают очень рано, как вы знаете, да, чтобы все полить. Да, ну, можно, конечно, и вечером поливать, вопросов нет. Но, во-первых, вечером приходишь с пляжа, весь уставший, заебанный после жары, мозги плавятся, вот. А во-вторых, вся эта вода нагревается чуть ли не до кипятка. А утром она прохладненькая, нормальная, как раз чётенько. Что тут, щавель поливаю, ну, в общем, вы поняли, да? С утра как раз бодренький встал, пока еще жарой мозги не проплавило. Вот, то нормально, да. Так что такие вот дела у дяди Васи на террасе. Пока дядя Вася идет искать, где открыто шаурмячная, так сказать. Или шаурмная, как правильно сказать, да? Где продают шаурму. И еще там всегда к шаурме эти куры-гриль. Да, мы хотим взять на пляж курицу-гриль. Одну шаурму. Ну, как бы не по-богатому, не по-богатому, да. Но зато пиво Корона. Пиво Корона. 19 евро за ящик, 24 бутылки. Расскажу, да, пока я иду искать эту открытую. Они, дело в том, что мусульмане, они все мусульмане, которые продают шаурму, которые куры эти с гриль продают. Они утром, не знаю, у них какой-то или прикол, или что, все открываются с утра, там, сегодня понедельник, там, в 10, в 9 утра, там, кто в 11, пускай уже, ладно. Они в час открываются, типа, спать любят или что, или им там... Коран не позволяет раньше работать. Хрен его знает. Ну, в общем, открываются они поздно. Ну, правда, и работают допоздна, потом там до 11, до 12. Могут быть, могут работать, да. Да, видите, тут такой у нас райончик, да, такой Оспиталет называется. Тут испанцев встретить очень сложно. Вот видите, и сейчас идет опять не испанец. В общем, тут вот опять не испанка, да. Ну, этот вроде мужик на испанца похож. Ну, да ладно. Не в этом дело. Хотел рассказать охуительную историю. Есть у меня такой знакомый, но многие в Барселоне русскоязычные его знают. Евгений Фатьянов. В запрещенной сети Facebook в России. Он очень известная личность. У него там куча друзей, знакомых, ну, подписчиков, да. Он, ну, один из, наверное, первых, может, даже самый главный гид
в Испании, который... Не в Испании, в Барселоне, правильно сказать. Да, в Барселоне, который делает экскурсии. Ну вот, видите, опять очень на испанца не похож, да? Вот, вы поняли. Да, и он, значит, написал такую статью. Ну, он все время постит, там все время свои экскурсии, рекламирует, там куда-то ездит, где-то отдыхает. Такой чувак не бедный. Написал сегодня пост с утра такой. Говорит, вы знаете, вчера такое произошло. Ну как, ничего, говорит, не произошло, слава богу. Я просто понял, в чем проблема. И людей спас, можно так сказать. Значит, приехали, говорит, как я их называю, золотые туристы. Причем с Казахстана. С Казахстана приехали туристы. Семья, папа, мама, там еще бабушка, ну то есть там либо свекровь, либо теща. И пару детей, то есть 5 человек, да? И все такие в золоте. У них там цепуры такие, знаете, сантиметр в толщину. Ролексы золотые, гайки золотые, тоже такие, как гайка реальная, да, то есть там по 50 грамм, по 100. В общем, все в золоте. Прям видно, одеты по последней моде, в самое дорогое, там, Gucci, Armani, Versace, ну вы поняли, да? Прям, ну видно, ну золотые туристы, он говорит, я их называю. Прям все в золоте, прям аж сверкают. Вот, там у одной даже этой мамаши перстень там с брюликом, то есть, ну полный пиздец, короче. Да. Ну и он говорит, это, ну он говорит, я это, написал, вернее, не говорит, а написал пост, что я их повел, ну по центральным, там, Саграда Фамилия, парк Гауди, в общем, по этим всяким. И сразу, говорит, к нам приклеились эти марокканцы. Ну, видно, ну, как он пишет, арабчики, арабчики. Ну, арабчики — это у нас марокканцы. На электроскутерах такие начинают вокруг них ездить, рассматривать эти брюлики, роликсы, да, то есть, ну, грабители конкретные. А тут вообще это очень даже популярная тема. Подбегают, могут даже нож представить или что-то. Быстренько снимай, хоп-хоп, чик-чик, и уехали на этих электроскутерах, на этих самокатах, и все, и иди ищи, блядь. В полицию звонить. Он позвонил в полицию, типа, говорит, у нас тут подозрительная ситуация. Ему говорят, ну, извините, мы же не можем людей задерживать, потому что они возле вас там катаются на этих самокатах. Это же сами понимаете, дело такое. Человек может кататься, но если он не ограбил или там не своровал ничего, то извините, мы не можем к нему вообще ничего предъявить. Да. Ну и значит он, ну вот видите, опять же, не совсем испанцы, и на девушка на самокате не совсем испанка. Не, ну, как вы понимаете, да, это у нас тут такой даунтаун. Да, то есть испанца здесь встретить... Ну, вот сколько я прошел? Ну, человек 10, да, там 15, да. Это тоже не испанка, однозначно, латиноска. То есть здесь район такой. Одни латиносы живут, марокканцы, арабы, да, испанец 1 к 10. Да, ну ладно, не об этом речь. Прикол в том, что они потом перемещаются на другую локацию, там, в этот, парк Гауди. Вначале они были на Саграде Фамилии, потом парк Гауди, он видит опять эти, значит, чумазики, арабчики, как он их пишет, возле них катаются. Причем они в таких бейсболках, один в красной бейсболке, он говорит, я его заметил сразу. Ну, такие лет 18, 19, 20, то есть молодые. Да, и с агрессивными такими взглядами посматривают на эти роликсы, на эти. Да, вот еще один. Прям коренной испанец. Вот. Прям коренной испанец, да. Ну вы поняли. Да. И это. И, значит, за ними ездят вокруг, такие круги наматывают. То есть он уже такой уже смотрит, говорит, слушайте, ребята, давайте, наверное, заканчивать эти экскурсии. Пойдемте, я вас отведу в ресторан. Вы там это все снимете, ваши побрякушки. Не надо здесь ими светить. Сумки положите, а лучше где-то оставить в отеле. Поедем в отель, оставьте. Просто ходите, как обычные люди. Не надо этих понтов. То, что там в Казахстане вы там ходите с этими побрякушками где-то там в Алматы или там, я не знаю, где, по центру, и там все нормально, и там как бы понты работают. Здесь эти понты никому не нужны, никто на это не обращает внимания, кроме вот этих арабчиков. Вот, ну они такие там чуть-чуть повозмущались.
Говорят, ладно, ладно. В общем, зашли в ресторан, поснимали эти побрякушки, потом сели в такси, заехали в отель, оставили там в сейфе все это дело. И потом вышли, как обычные туристы, без всяких побрякушек, без всяких там цепур, этих, ну, перстней, вы поняли, да, роликсов золотых. И красиво он им провел экскурсии, там, Каса Батлё, потом там Форд повез их, еще куда-то там, в общем, как он делает. Красиво. Вообще классный, кстати, гид Евгений Фатьянов, запомните. Если кто-то будет в Барселоне, можете к нему обращаться. Чувак очень классный, недорого берет и все делает очень круто, четко. Знает просто историю, архитектуру, ну все-все-все, вообще просто красавчик. Да, сам он из Москвы, вот, родом. Ну, здесь уже живет, как и я, уже лет 20. Да, очень хороший мужик. Самое главное, профессионал своего дела. Да, и главное, вовремя заметил вот этот подвох, что могло бы все закончиться очень плачевно. Реально, представьте себе, люди бы попали там тысяч, не знаю, на 50, да, евро на все эти золотые украшения. Да, ну и эти арабы потом отстали, естественно, когда уже увидели, что они в такси сели, такие еще поездили с такими рожами, знаете, недовольными, такими, бля, сука, ушла добыча. Сука, можно было загореться, но, блядь, не повезло. В общем, такая вот вам охуительная, даже не совсем очень охуительная история. У нас тут, конечно, да, криминал очень сильно вырос, мусора нихера не делают. Сегодня мы снова приехали в Монтгат. Тут у нас тоже испанцы, испанки, вернее, коренные. Да, что-то им, наверное, холодно, что они так закутались. 35 градусов жары, ну... Наверное, холодно людям, я так понимаю. Да, море охлаждает, но при этом холодно сверху. Да. Да, ну прикол в чем, что, смотрите, здесь такая первая линия моря. Домики вот эти. Кто-то там лежит в кустах, загорает. Ну, вернее, не загорает, а от жары спрятался в тени. Все это здесь, я так понимаю, наверное, сдается. Ну, такие прям времянки, что ли. Да, ну прям вышел, конечно, классно. Особенно вот эта дверь. Вышел сразу хлоп. Тут же пошел на пляж к этим, которым холодно. Присоединился, да. Ну и там дальше ресторанчик. Тоже, кстати, такой симпатичный. Да, ну вообще неплохо, неплохо. Как говорится, радужного моря вам в ленту. Еда у нас сегодня не по-богатому. Курица-гриль с картошкой фри, салатик. Но, правда, пивко, как я говорил ранее, очень даже по-богатому. Корона. Одно из самых, наверное, дорогих пив в мире, да. Но, как я говорил ранее, мы берем оптом меньше, чем за евро. Там что-то 80 центов выходит. Не 80, где-то 85 центов. За бутылку, да. Ну, и такая курочка-гриль от тех людей. В основном занимаются у нас люди, которым жарко, вы поняли, вернее, которым холодно, да. Вот они занимаются, пакистанцы всякие, марокканцы. Да, не только воруют, не только. Да, но и делают хорошие вещи. А здесь мы видим, взломали. Тут такой гараж, получается, был. Такой стеклоблок. Видите, да, и тут... Полиция локаль, то есть, ну, местная полиция повесила, что вызвали мусоров, да, там машина стоит, как видим, там какой-то мотоцикл, ну, отсюда плохо видно, да, машина тут, то есть залезли в гараж какие-то варюшки, причем это в курортном городке, в пригороде Барселоны. Да, поломали и залезли, не знаю, украли что-то, не украли, но полицейская лента висит, то есть, видите, хотели, не знаю, украли или не украли, но, во всяком случае, взломали. То есть, это же, представьте себе, ночью, да, били. Это большой очень шум. Ну, пофиг. Кто-то полез, видите. Ну, вот мы едем в поезде в другое место, Гараф. Очень красиво. Только теперь это уже на юг от Барселоны. Ну, и температура вы видите, да, 36 градусов. Чётенько. Вот так мы на втором этаже находимся, получается. Ну, правда, отсюда не очень видно. Мы на втором этаже, двухэтажная электричка, да.
Ну, отсюда вот хорошо видно, что мы на втором этаже находимся. Позже покажу вам это прекрасное место. Очень красиво там. Пойдем там в ресторанчик зайдем. Если, конечно, нас туда пустят, мы зарезервировали, кто его знает. Там очень много туристов, желающих зайти, хотя цены не дешевые. Вот такое красивое место, куда мы приехали. А в этот вот ресторанчик мы сейчас пойдем. Там места вроде есть, хотя мы резервировали. Что ты, Оля, не хочешь ресторанчик? Ну, мало ли, что ты не хочешь. Мы с мамой хотим. Вот красота, смотрите, какая гора. И называется это место Гараф. Да, песчаный пляж, все очень-очень красиво. И, конечно же, куча туристов. Вот такой красивый ресторанчик, прям с видом на море. Ну, не знаю, места вроде есть. Сейчас мы нашу резерву будем оформлять, так сказать. Малая уже все приземлилась. Ну, в общем, нам дали стол, конечно, не самый возле моря. Но, тем не менее, море видно. Зато здесь не жарко. Под накрытием все красиво. Тоже пойдет. А пляж здесь вот такой, с высоты. Очень даже прикольный. Песочек желтенький, меленький. Цих. Видите, здесь человек остановился. Специально говорит, ты снимаешь, типа. Я остановлюсь. Ну, я его пропустил, понятно. Не будет же человек ждать, пока я тут буду рассказывать 5 минут. Ну, не 5 минут, но минуту, да? То есть, вы поняли, здесь культура такая, все. Смотрите, как все красиво. Ну, а мы ждем нашу еду, пока пивко. Хлебушек принесли поклевать. Ну, в общем, шикардосно, шикардосно. Да, но часто так не получится, конечно, потому что ценник зашкаливает. Принесли нам мидии, дяде Васе пивко, маме винцо, хлебушек с томатом. Видон, конечно, шикардосный. Очень все нам нравится. Отдыхаем, расслабляемся. Лето — маленькая жизнь, как говорит моя жена. А второе у нас вот такая фритурита называется. Это здесь кальмары, эти креветочки, рыбки разные. Да, тебе нравится, Оля, конечно. Кому же не нравится? Всем нравится. Да еще на таком шикарном виде. В общем, очень даже все. Порции хорошие, да. Порции хорошие, хоть и не дешево, но порции, во всяком случае, не мизерные, как в некоторых ресторанах. Очень даже неплохо. Ну и на третье нам принесли вот такие кальмары с креветками, с соусом. В общем, отлично. Мы отдыхаем. Да, это Оли гамбас. Называется гамбас. По-испански гамбас — это креветки. Сейчас будешь кушать. И потом пойдем на пляж отдыхать. Шикардос. Что сказать? Такой вот нам счет принесли, 89,55. Ну, а что вы хотели? Тут на уровне моря, на первой линии, очень даже все недешево, как я говорил. Но я хочу приколоть вот в эту парочку, да? Такой вот лысеющий шкет и милфа. Он такой худой, маленький, да? Она такая бабеха нехреновая. Ну, походу, он платит и ебет ее. Ну, вы поняли. В общем, нормально. И вот еще раз. Этот пляж и море уже с такой площадки здесь смотровой возле ресторана, которая очень круто, конечно. Место просто классное. Если, конечно, не платить по 90 евро за ресторан. Да, но, как говорится, один раз живем. Ничего страшного. Главное, не каждый день, потому что на каждый день, конечно, не хватит ресурсов. А вот эти все домики, они сдаются. Знаете, сколько стоит? Ради прикола, чтобы вы понимали, да? На одного человека вот такая бунгало, типа. Ну, это бунгало, я так понимаю.
вот так вот люди тусуются, да. 159 евро за ночь. Просто за ночь. Без завтраков, без обедов, без ничего. Просто вот так 160 евро рублев вынь да положь. Зато ты вот так выходишь на пляж. Красиво. Оли, Оли, дай папа расскажет. Потом, не перебивай. Мама. То есть, вы поняли, 160 евро чисто здесь переночевать. Выйти на пляж, покупаться и все. А такие цены. В сезон, понятное дело. Ну, а не в сезон, то здесь нахрен никому ничего не надо. Потому что, что здесь не сезон делать зимой, когда 10 градусов тепла. Что здесь будешь делать? Да. Ну, вы поняли. В общем, ценники тут зашкаливают. Ну, туристы едут, понятно, там, особенно англичанам, им вообще, блин, у них там зарплаты по 4-5 тысяч фунтов. Да еще если поменять на евро на 30% больше, то им вообще ништяк. Ну, или немцам каким-нибудь. Да, ну, а мы так разок за лето можем тусануться. Не, ну, не ночевать здесь, имеется в виду, в ресторане, да на пляж. На пляж ты можешь приехать просто за билет на электричке и ничего не платить, в принципе. Ну, и сам пляж уже с первой... Как говорится, с первых глаз, да. Вон там этот ресторан. Да, классно здесь, конечно, что сказать. Очень даже шикарно. Такое прям элитное место. Да. Нашел вот такое пиво Консентида. Первый раз такое пью. Ну, я уже одну баночку выпил. 4,5 градуса, 60 центов. То есть, ну, для людей, у которых денег особо нет. Но при этом хорошее пиво, я попробовал, нормально. Главное, что здесь хмель. Потому что во многих пивах сейчас здесь в Испании, ну, не только, наверное, думаю, в Европе, вообще по всему миру, экстракт хмеля, я думаю, это в России и Украине тоже такое есть. Смотрите просто на ингредиенты. Если написано экстракт хмеля, значит все, это дешманское пиво. То есть люди не заморачиваются, берут несколько шишек хмеля. Кстати, он похож на наше любимое растение. Варят его, потом из него делают вытяжку и там пару капель типа в бочку добавляют. Таким образом экстракт хмеля для горечи. Но это полная туфта. Должен быть настоящий хмель. То есть надо бросать шишки, как мы любим. Шишки, а не всякие там химические вытяжки, да. Чтобы натурально все было, да. Здесь хмель, все нормально. 60 центов. Баночка 330 миллилитров. Отлично. На фоне моря сейчас дядя Вася красиво ее выпьет. Ваше здоровье, дорогие подписчики. Оливейя купается на пляже Гараф в пригороде Барселоны. Покажи русалку. Покажи, Оли, русалку. Покажи русалку, Оли. Здесь очень классный пляж. Да, подойди поближе, подойди поближе. Песочек беленький, как на Карибах. А еще здесь вот такая гора есть. И вообще очень красиво. И мелкий, здесь мелкое море. И Оливейе очень нравится. Что может быть прекрасней лазурного чистого моря? Смотрите, ни пылинки, ни соринки. Синее такое, четкое море. Сидеть под в тени зонтика пляжного. Ну и, конечно же, пить ледяное, хорошее пивко Budweiser. Да, в банке, конечно, вернее, в бутылке оно лучше, да, чем в банке, но просто в бутылках тяжело носить. Еще каждую бутылку надо носить. Но, тем не менее, согласитесь, это прекрасно. Жаль, что это, конечно, пару месяцев в году, но все равно. Ваше здоровье! И всем такого отдыха. Пришли с малой. Такой аттракцион называется «Планета шаров». Видите, это все шарики. Такие пластиковые, причем они такие мягкие, да. Ну и люди тут тусуются, и взрослые, и дети.
Ну, особенно детям здесь, конечно, очень нравится. Видите, детишки там, малая там за этим мужиком. Да, и можно вот так, типа, берешь и так падаешь назад так. И вот так можешь тебя зарыть. И весь такой ты, в общем, в шариках лежишь. Это я вот лежу, практически зарылся в эти шарики. Да, пузырьки эти. Ну, прикольно, согласитесь. Ребенком себя почувствуешь. А накуриться здесь, конечно. Ну, я сейчас не накуренный. То вообще, я думаю, шикарное удовольствие с косяком здесь тусануться. Ну, понятно, здесь в середине никто тебе не даст, но имеется в виду. Перед заходом в этот шариковый рай. Думаю, впечатление будет еще получше. Можно вообще нырнуть прям в середину. Видите, вот так. То есть вот мои ноги там, да. И вот так купаешься в этих шарах. Шикардосно. Очень даже прикольно. Чайка переходит дорогу. Ну, здесь, правда, море не очень далеко, вон туда, по той улице. Но, тем не менее, вот так она здесь ходит по велосипедной дорожке. Ну что, ищет море? Ну, она не ищет море, она живет возле моря, или на море, скажем так. Ну, вот так вот ходит спокойно, вместе с голубем в паре. Ходит, что-нибудь покушать ищет. Может, кто-то бросит ей что-нибудь покушать. Он переходит дорогу, то есть... Летать уже облом. А нет, полетело. Воскресенье наступило. У нас тут ночью была небольшая буря. Да, благо нет фотиков с большими шишками. А один автик, который я сейчас покажу, у которого большие шишки, я спрятал в гараж заблаговременно, потому что могло бы поломать нахрен. Да, вот так. Скоро месяц будет. Кстати, посмотрите, еще месяца нету, не хватает несколько дней. Вот фастбат, да. Это все фотики. Да, многие, конечно, недоумевают, как это дядя Вася сажает фотики в июле, в августе. А вот так. Они потом вырастают, типа суперавтики. Да, зацветают. Ну, там где-то в октябре их собираешь, в ноябре. Да, если высадить в самом раннем, да, он вырастет там на 3 метра, но потом не зацветет. Но я уже говорил об этом. Да, это тоже все фотики. Вот, да. И вот это тоже... Фотик, видите, да, высажен буквально там пару дней назад. И ничего, вырастают они нормально, с ними все. У нас тут холодно еще не бывает. Вот этот автик, да, это, кстати, гроубаратовский автик. Называется он Тропикана, да, Тропикана. XXL, Strain, типа премиум зерна. Да, и вот Мимоза тоже, гроубаратовский автик. Но видите, ему ничего не случилось. Я уже начал вчера его это оббирать, как видите, да. И тут как раз начался буря, дождь. Я такой, ну его нафиг, короче. И это, ну, вы поняли. Да. Ну, этот скоро на харф. Кстати, подлил ему альгоблюма, и видите, позеленели листья. В нем азот оказался. Да, был он желтый полностью, видите, подзеленел, типа, подзеленел, да. Эти от двух нулей, Афганмас и этот, как его, White Widow, да, Белая Вдова, сативный. Ну и от Барни ГМО. Еще пару фотиков высажу. Есть как раз два 50-литровых вазона. Эти соберу, ну и, в общем, вы поняли. И, наверное, на этом буду высадку прекращать. Ну, огурцы надо уже, в общем, огурчики можно уже эти убирать, новые садить, еще на один сезон хватит. Так что, да пребудет с вами сила бульбулятора.